Таксист – самая опасная профессия в мире. Зимние нападения на перевозчиков – тому прямое доказательство. Не теряя времени даром, Межрегиональный транспортный профсоюз решил обезопасить работников такси. Изначально идея была договориться с полицией и ЧОПами и установить в такси тревожные кнопки. Но такая мера слишком затратна для перевозчиков. Стоимость оборудования, которое нам предлагается, оно, к сожалению, не по карману многим водителям такси. К тому же, все-таки это обслуживание включает в себя еще и абонентскую плату. И далеко не все водители такси соглашаются на такие условия. Даже можно сказать, что очень маленькое количество водителей готово поставить такое оборудование. Дешевле и эффективнее научиться самообороне, решили в профсоюзе. И организовали для желающих занятия с тренером. Группа в 20 человек набралась очень быстро. Сегодня первое занятие, базовое. Учат вниманию, развивают реакцию и боковое зрение. Ночью на пустынной улице эти навыки могут оказаться спасительными. Мы решили провести вот такие курсы самообороны в реальных условиях, именно для водителя. Причем это не разовое занятие, это будут курсы именно, то есть состоящие из нескольких занятий. Разные будут приводиться ситуации, именно которые реально происходят в жизни с водителями такси. То есть, поэтому вот сейчас решили как бы вот так вот обезопасить водителя, насколько мы это можем своими силами. Всего таксистам предстоит 5 занятий, включая тренировки, так сказать, на натуре, в автомобиле. И даже с инвентарем, ножами, веревкой и прочими орудиями нападения. А после того, как научится защищать свою жизнь первая партия перевозчиков, начнет тренировки вторая. Еще 20 человек уже готовы приступить к занятиям. И количество желающих научиться самообороне растет ежедневно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.